В первых числах февраля в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА проходили международные соревнования по легкой атлетике «Русская зима». По существующей традиции во время этих соревнований организуются детские мастер-классы с участием звезд мирового спорта. В этом году своим опытом с ребятами поделились олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, чемпион мира в прыжках в высоту Ярослав Рыбаков, чемпионка Европы в беге с барьерами Татьяна Зеленцова. К сожалению, наши дети сегодня увлечены больше телевизором и компьютером, а не спортом. И задача такого рода мероприятий – привлечь к занятиям по легкой атлетике как можно больше детей и подростков. В мастер-классах могут принимать участие юные любители спорта в возрасте до 15 лет включительно, с любым уровнем подготовки – от новичков до тех, кто уже пробовал себя в легкой атлетике. Общение со звездами спорта помогает юным легкоатлетам не только совершенствовать свою технику, но и понять, как можно настраиваться на высокий результат, на победу.